Спортивная мечта барнаульского бодибилдера Александра Барбашина сбылась. Теперь он чемпион Европы. В далеком прошлом загадал в 40 лет завоевать чемпионский титул. Правда, желание исполнилось годом ранее. А на недавних соревнованиях в Испании победу пришлось повторить. Такая вот двукратная мечта. В любом спорте тяжело, да. И я всегда говорю, если хочешь показать хороший результат, отличный результат, хороший это не считается. Я сам максималист, максимально амбициозный как тренер и как спортсмен. Поэтому с теми, кто хочет выйти постоять на сцену или стать призером региональных турниров, я прямо говорю, мне неинтересно работать. Это дело там ни одного занятия, ни двух, ни трех, что касаемо и мужчин, и женщин. Потому что подать себя, сделать презентацию, ну, это один из самых сложных моментов. Александр – тренер сборной Алтайского края и судья международного уровня. Но даже у спортсмена с такими регалиями есть личный тренер. Ведь за спиной каждого успешного человека стоит тот, кто его воспитал. С Денисом Капустиным Александр знаком больше 10 лет. И именно он предложил принять участие в его первом турнире. Однажды я планировал организовать турнир, чемпионат города. И Саша также пришел в очередной раз за программой тренировок, питания. И я предложил ему, давай выступим. Он очень сильно засмущался. И были такие вопросы, а что ты считаешь, что я вообще готов? А через где-то 2-2,5 года он уже стал вторым на чемпионате мира. И выиграл чемпионат России. Разряды по гимнастике, лыжам, пауэрлифтингу, боксу – два спортивных образования. Александр тренирует в своей спортивной школе бодибилдинга учеников из других городов и даже зарубежья. Ирина занимается с ним уже 4-й год. Пришла с болью в спине, хотела укрепить мышечный корсет. На этом с тренером не остановились. Спустя год – минус 20 килограммов. Ученик всегда идет за своим учителем. Если у тебя учитель супер, тебе просто хочется за ним идти и делать все, что он говорит, и делать так, чтобы он был доволен, не только ты, и он был доволен. За ним хочется идти. Широкие плечи, сильная спина, накачанные бедра – вот главные параметры в этом виде спорта. Гармонично сложный человек, красивый человек, говорит Александр. Поэтому ни разу не пожалел о своем спортивном выборе. Признается, секрет его успеха далеко не в генетике, а в упорных тренировках. Чемпионских титулов и званий ему пока достаточно. Всерьез задумывается стать многодетным отцом. Но со спортом не завязывает. Для Александра Барбашина бодибилдинг – стиль жизни. Елизавета Конева, Алексей Шаульский. Новости.